Все, что происходит сегодня здесь, это наш большой сольный концерт. Есть немного волнения. Концертные тапки, в них-то чувствую себя комфортно. После сегодняшнего концерта я намерен их выкинуть, потому что они свое уже отслужили. Концертные штаны, в которых я буду сегодня выступать, это очень крутые штаны, многое пережили. Торваль – це крута група. Вони співають про справжні почуття. За те, що вони дуже драйвові. Їхні пісні підходять під любую життєву ситуацію. Я купила білет за деньги. Просто от головне. Головне, щоб були воодушевлені жінки в залі. Вони опоздають чи ні? Дві хвилини, щоб швидко настроїти інструменти на сцені. Ребята, это полная хуйня. Видите, я в носках. Я даже не успел одеть обувь. Про Торваль – вторая семья моя. Мы иногда друг друга бесим, конечно, в автобусе, когда долгое время вместе катаемся, по-доброму бесим друг друга, но это нормально. Мы покрываем свою одежду сусальным золотом. Мы можем позволить себе, вот, например, сусальное золото 8 карат, покрытие, никакое там мажорство, там, это просто стиль жизни, и все. Золото, золотая молодежь, то есть мы купаемся в роскоши, дорогие тачки, мы это не выпячиваем. Часто случаются ситуации, которые хотелось бы забыть, но мы их помним. Роками витримана,
25 плюс. Марихуана, повинный блюз. Слушай, а правда ли говорят, что ты подписал контракт с рок-группой и теперь поешь в рок-группе? Да, я и мой напарник Скруч Макдак, мы вдвоем всегда. Скручиваете и Макдачите. Скручиваем возле Макдака. Открываю глаза, провожу рукой по постели.
лица лапой. Твоя мама звонила, плакала, звала в гости. Лену встретил в трамвае, сказала, что очень скучает. Про цветы я забыл, их не поливал вовсе. Прости, я устал, мне так сильно тебя не хватает. Все пройдет и деревья станут повыше. Я залезу на них и прыгну, я так хочу. Я тебе обещаю, я скоро ты слышишь. Стало так невесомо. Дякую ей! Спасибо! Вот Торваль, о, от души пацанам! Очень прекрасный был звук, порадовал. Очень крутой был звук. Макс Грубил, шоу «Мой знак», все понятно. Эй-о, когда я подключу свой микро, счастливый со мной вместе. Режиссер группы Торвальд, Костя меня зовут. Женя будет звучать хуже всех или лучше, потому что непонятно, это было мало или слишком. Что я могу сказать? Я басист. Я помню, когда-то 4 года назад, да, у меня порвалась струна. Я и мой охранник, вокалист группы Отвинта. Я думаю, Коля не обидится. Нравится компьютер. Самое сложное это, допустим, стучать в бочку час, вот так. Все на тебя смотрят, думают, блин, чувак, ты гонишь. А ты такой понимаешь, что ты ничего не можешь с этим сделать и сидишь, сейчас просто стучишь в нее. Хотите, видимо, узнать, что я использую во время игры. Я использую много алкоголя.
Гибсон, Маршалл, Босс. Ну, в общем-то, я перекусывал перед концертом, чтобы набраться энергии немного. Пойду сейчас там, наверное, еще орешков поем каких-то. Мы концентрируемся, мы придаем всеобщей медитации, беремся за руку. То есть мы всю негативную энергетику распределяем между всеми участниками коллектива. Готовы? На задницу, кстати. На задницу? Да. Я видел.
Голова гудит, в общем, я до сих пор не могу понять, что все уже закончилось. Сложное начало было. Выйти и начать играть. А потом уже после песни третьей все уже пошло как надо. Пацап. Концерт очень отстойный, Галина, мне не понравился. Не, все круто на самом деле, все очень круто. Все дерьмо. Старики и самочки пришли, посмотри. Но вообще, мне очень понравилось. Все очень круто, спасибо большое всем. Боже, это первый раз, это наикраще, что могло статись. Будь ласка, хочу еще. Это просто, это было что-то, серьезно, просто. Это было супер. Отлично, людей было дохренище, музыка отличная, шоу классное. Круто просто. Мне зашло по самое не хочу. На самом деле, очень, мне кажется, что они... Концерт отличный, ребята крутые, харизматичные, все классно.